Так, ребят, всем привет. Вот учитесь, как надо продавать свою компанию. Путешествие по личному кабинету, ТХВ Global, видео для Сергея Сетевой, MLM. Такая легкая реклама моей персоны, да? И дальше мне очень нравится. Показывается карта, ну, чтобы вы видели, как она Идет месседж-центр, видите. сюда придет Ой. здесь в основном Чик-чик-чик-чик-чик. обновление, но Видите, да? То есть человек утверждает, что это трафик. У вас география вообще как? У меня двойка. Ну, на карте же видно, что вот это все Африка, это все тут СНГ, да, там чуть ниже идет там какие-нибудь Казахстаны, не знаю, где-то там Индия должна быть, Китай, тут Австралия, да. А вот это все американская территория. То есть вот тут США, выше Канада, ниже Бразилия там и так дальше, да. То есть, казалось бы, отсюда идут регистрации. Но, други мои, вот вам сайт alexa.com. Если мы вводим здесь thvglobal.com, то мы смотрим удивительную штуку. Мне такое впечатление, что больше всего болванов в мире из России. Ну, из России, естественно, скорее всего, имеется в виду СНГ, а не только Россия. Потому что сайт находится, смотрите, такой, знаете, ракета в космос ушла, трафик. Сайт находится на 455-м месте по посещаемости. И вот здесь самая-самая крутая информация. Если вы видите карту, то на американской территории трафика нет вообще. То есть я как человек, который, давайте не будем громко говорить, эксперт и профессионал, будем считать, что я фуфлагон, да? Но вот так вот с первого взгляда мне почему-то кажется, что это некий прикол, который запускается какими-то смышленными мальчиками и девочками. И этот прикол вот только для русскоязычного населения, потому что Россия, Украина на первом месте, немножко Индии, чуть-чуть Казахстана, чуть-чуть Беларуси. Все. Про Америку, Европу, там Африку можете забыть. Трафика нет вообще. Ну, в принципе, я не знаю, что тут еще можно показать. Вот. Давайте, наверное, мы сейчас еще сравним это с каким-то сайтом. То есть, надо признать, что посещаемость ТХВ, это ракета, которая стартанула где-то под конец июня. И, в принципе, по трафику она достигла уровня компании BeyondPush, с которой я лично сотрудничаю, строю сеть, да. Вот. Ну, короче, то есть умудрились ребята так замотивировать вот на ТХВ. Вот скажи людям, что вам будут платить 1 доллар в час. Меня там начинают рассказывать, что 25, 25, что ты заладил. Ребят, ну так это же вы. Это же вы сказали 25 долларов в час. Это же в Ютубе все везде пишут 25 долларов в час. Да? На самом деле так делают непорядочные сетевики, которые выдают всегда максимум, хотя реально рассчитывать надо на минимум. Если бы я продвигал компанию, я бы говорил, что четко разделял бы. Да я всегда так делаю, посмотрите весь мой канал, просмотрите 50 роликов, и вы поймете, что я всегда скорее принижаю реальные цифры, а не преувеличиваю, да? Я бы говорил, что, ребята, THW Global, бесплатная регистрация, совершенно не ясно, как нам будут платить, но компания, точнее не компания, а некий белый сайт, сейчас я вам его покажу, некий вот такой вот несчастный, как говорится, сайтец. Еще знаете этот, как этого звали из Казахстана, самый первый торговец воздухом, инфобизнесмен. Забыл, как его зовут, но вот он на таких подобных сайтах продавал какую-то свою фигню. Вот. Вот мне нравится Last Registered L. Wojcik, то есть как будто бы из Польши человек. Не понимаю, из какой Польши человек, если я вам показываю на Алексе трафик, что кроме СНГ, блин,
На этот сайт больше никто не ходит. Вот. Я еще завтра специально с профессионалами, потому что мы сейчас сами сайт будем свой делать. Я еще завтра с профессионалами, возможно, выдам вам секунду даже. Короче, регистрации идут, 10 тысяч регистраций сегодня. Гонево полнейшее. Многие из вас, конечно же, отнесутся ко мне скептично, подумают, ты кто вообще такой, чувак? И для того, чтобы вам уверовать в то, что я из себя что-то представляю... А, мне говорят, да что ты заладил $25 в час? Ребят, я не заладил. Что на сайте пишут, то я вам и отвечаю. Вот. Для того, чтобы вы поняли, кто я, и чтобы вы могли как-то ориентировочно доверять моему мнению, надо для начала пересмотреть роликов 20, 30, 50 или послушать мою биографию. Я, правда, до сих пор не сделал ролика такого тупо биографического, да. Вот. Ну, одним словом, можно посмотреть канал и как-то уверовать в то, что опыт у меня есть 12-летний в MLM. Вот. Я же, конечно же, желаю ТХВ Global запуститься, потому что я тоже хочу зарабатывать. Если $25 будут платить в Америке, то в СНГ, я надеюсь, хотя бы доллар в час будут платить. Вот я, честно говоря, вот не знаю. Давайте посчитаем. Если я буду смотреть... Опять-таки, да, 8 часов смотреть не получится. Но даже если бы я смотрел, доллар у нас в Украине сейчас по 25 гривен. 8 часов видео, то я бы за день зарабатывал 200 гривен. За 5 рабочих дней это 1000. И за 4 недели это 4000 гривен. Сидеть, сходить с ума, смотреть какую-то 8 часов рекламу в день. Но сказали, что нет, ты что, обалдел, пацан? Так не будет, ты что? В день максимум 1 час. Но если ты подпишешь новичка, который будет тоже смотреть 1 час, ты с него получишь с этого доллара, предположим, 10 центов. Предположим, я подпишу 100 человек, которые так будут делать каждый день. И вот они мои заветные $10. Умножим их на 22 рабочих дня. Вау, 220 баксов. Без капитала вложений за первую линию в 100 человек. А если эти 100 меня повторят, и у них в первой линии будет по 1000 человек, ой, по 100, тоже по 100 человек, то мы это умножаем на 100. Ой, блин, простите. Делим на 10 и умножаем на 100. То нет. 220 мы умножаем на 100. О, $22 000. Ха-ха-ха. За то, что я пригласил в первую линию 100 человек, и они меня повторили, тоже пригласили по 100, и вся наша команда в 1101 человек, 101 это я, смотрят по 1 часу в день, но зато 5 дней в неделю и 22 дня в месяц. И мы зарабатываем, не мы, а только я зарабатываю $22 000. А еще маркетинг бинарный. Слушайте, ТХВ не бизнес, а сказка. Просто не бизнес, а сказка. Ядреть. Вы знаете, я разводников, короче, видел полно. Но такого крутого разводника, чтобы народ пер пачками, я такого еще не видел. Вот. А теперь немножко пройдемся по нашей компании Beyond Push. Значит, Beyond Push совершенно непопулярная компания в России. Она на 2192 месте. Куда ей, блин, до ТХВ Глобала? ТХВ Глобал! Вот если бы Beyond Push назывался Beyond Push Global, вот тогда мы бы были тоже на 500 месте по посещаемости в России. А поскольку мы Beyond Push без Глобала, то у нас 2200, видите? 2200 место. Ну, 192. Я просто люблю округлять для удобства. Значит, компания наша к Америке никакого отношения не имеет. Ее запустил некий Ферки Демировский, зарегистрировал ее в Люксембурге, потом переехал в Дубай и так дальше. Но у нас есть лидеры
из Франции, например, Жером Лакуди, да. И из Франции, да, немножко есть посещаемость, из Индии немножко есть посещаемость, из Украины чуть-чуть есть посещаемость. Но самая большая посещаемость – это из России и Германии. Во как. К сожалению, больше ничего не могу сказать. Больше ничего не могу сказать. Могу только сказать одно. Зарегистрируйтесь по реферальной ссылке в BeyondPush, которая находится в описании под этим роликом. Да? Займите место и посмотрите, как под вами будет расти сеть. У нас 25 долларов в час за просмотр не платят. У нас платят пассив 1% в день. И только по рабочим дням, выходные не платят. Пассив – это такой вид услуги, который люди просто обожают. Ну, сами посмотрите. В Zeek Rewards люди побежали. В Telex Free люди побежали. В MMM 2011 люди побежали. А кто еще был? Напоминайте мне. Какой-нибудь Click Prime, например, люди побежали. А в WebTransfer, где тоже был пассив, люди побежали. Фонд Меркурий, люди побежали. Леврус. Толпами люди побежали. Да зайдите на канал Дмитрия Денежного. Он постоянно снимает ролики про всякие говнохайпы, в которых, в общем-то, есть пассив, и люди туда бегут толпами. Обратите внимание, в Helix люди побежали. В Kairos люди побежали. В Quaestor Holdings люди побежали. В OneCoin люди побежали. OneCoin – это вообще крутейшая компания. Юха Пархиала 4 миллиона долларов в месяц зарабатывает. Понимаете? То есть пассив – это такая тема, которая всем нравится. Люди не боятся рисковать, вкладывать деньги, хотя понятно, что 20% – это очень высокий процент, и мало где там пахнет настоящим бизнесом. Но все зависит от того, что компания заявляет. Если компания говорит, что она хотя бы на Форексе играет, или ценные какие-то бумаги, или какая-то реклама, как у нас, да, RTB какой-нибудь, то еще хоть оно как-то более-менее смахивает на правду, хоть на какую-то, да. Но у нас на самом-то деле в RTB процентик очень маленький. Если так быть очень честным, то у нас процент пассив всего 10% в месяц, понимаете? Очень маленький. Не то, что у Кайроса 20% в месяц. Или у Хеликса было тоже 20%, уже стало 5, 6, 7. А тут поговорю сейчас, совсем его отключу. Поэтому, други мои, ТХВ это очень круто. Я только за ТХВ. Но пока что меня устраивает все-таки. Я не люблю компании с предстартом. Нет, конечно, если я буду запускать свою компанию, да, наверное, там какой-то некий предстарт будет неделю, например, да. Не месяц там, а неделю, а может 1-2 дня, не знаю. Но в принципе в BeyondPush я зашел не на предстарте, не на старте и не на послестарте, а месяцев 6 спустя. Почему я люблю все-таки заходить месяцев 6 спустя? Да потому что компания за 6 месяцев не загнулась, а очень стремительно развивается. Есть шансы, что она протянет год. Вот. Следите обязательно за новостями на моем канале, потому что осталось 3 дня. Ой, уже осталось 2 дня. Сегодня уже ночь, уже 8 число. Осталось 2 дня. Поговаривают. Хотел сказать злые языки. Поговаривают добрые языки, что с 10 числа, будем говорить так, начальство выйдет из отпуска, и мы вновь начнем работать. Вот, други мои, обещаю вам 25 долларов в час за просмотр видео, платить здесь вам никто не будет. Более того, вам скажу, если вы занесете лишь двадцатку долларов для того, чтобы активировать свою реферальную ссылку, то я вам могу одно гарантировать. Если вы начнете пахать, вы начнете зарабатывать с вложениями. Бизнес, где вход вообще бесплатный, даже нету доллара на входе, я не догоняю, как с него платить рефералку. Вот не догоняю. Не, может, я тупой, конечно, кто его знает. ТХВ умные, а я глупый. Вот. Ладно, ребят, нажимаем нравится, комментируем, подписываемся. А в описании есть ссылка на BeyondPush. Регимся бесплатно, если у вас BeyondPush еще не было. А в описании есть рефералка на Redex. Туда забрасываем 3, 4 или 5 долларов. Не помню, сколько там надо. В SMR обязательно зарегистрируйтесь. Это программа, с помощью которой я работаю ВКонтакте. И учитесь по моим
плейлистам обучения ВКонтакте, как ВКонтакте работать либо вручную, либо с помощью программы SMR по моей реферальной ссылке работать на автомате. У меня есть дохрена плейлистов на моем YouTube-канале. Будьте добры, утрудитесь, поучитесь, посмотрите, потому что благодаря собственной, если так можно громко выразиться, собственной методике, за 120 дней я как-то умудрился вот 3400 баксов заработать, вкинув всего 20. Представляете? Такое возможно в современном мире. Просто немножко надо иметь терпение и, конечно же, зарегистрироваться в компанию, в которой как-то плюс-минус все реально, а не которая месяц на предстарте, 2-3 раза переносит старт и без вложений. Интересно, конечно, без вложений, и вам еще из этого будут платить еще и рефералку. Это просто капец, это фантастика. Все, други мои, зарабатывайте.